В наше время кухни мира тесно переплетаются друг с другом, традиционные ингредиенты становятся доступнее, и потому можно пробовать новые сочетания. Например, давайте попробуем смешать Азию и Европу. В рецепте описано, как приготовить брускетту в азиатском стиле. Из привычного здесь остался хлеб, помидоры и шпинат, которым добавился солено-сладкий соус. Такая закуска точно удивит вас вкусом, ведь ожидаешь увидеть чесночную или томатную заправку. Блюдо станет отличным вариантом для быстрого обеда. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. В глубокой сковороде доведите до кипения воду, затем добавьте в нее шпинат, тушите его пару минут, помешивая, пока он не станет мягким, затем листья промойте и дайте воде хорошенько стечь. 2. Тем временем сделайте соус, в сотейнике перемешайте масло с молоком и соусом, проварите ингредиенты вместе в течение 2 минут, помешивая. 3. Багеты разрежьте пополам, намажьте первым слоем масла, далее выложите шпинат. 4. Сверху разложите помидоры, разрезанные на половинки или четвертинки, а также натрите сыр. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Выпекайте брускетту в течение 5 минут в духовке при 180 градусов. Все готово. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шпинат 200 грамм. Помидор черри 5 штук. Багет маленький 2 штуки. Арахисовое масло 1,5 столовые ложки. Вода 2 столовые ложки. Соевый соус 30 мл. Кокосовое молоко 5 чайных ложек. Твердый сыр 60 грамм. Количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите на канал снова, котятки.